Доброго времени суток, с вами Сергей. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот монопровод Huawei Honor F15. Если набирать его в поисковике, то он выдает как Huawei. Я покупал на Алиэкспрессе его 2 года тому назад под названием Huawei Honor. И вот здесь вот присутствует надпись на нем Honor. В принципе, так, штативчик монопод, ну мы его будем называть по-русски селфи-палка-штатив. В принципе, ничего, сделано более-менее, магнитики удобно, в руке не скользит, здесь вообще резиночка. Пульт управления на магните. На магните батареечки хватает, где-то на 1,5 года у меня хватило, но я не часто, не так уж часто использую. Что касается по пульту, есть такие же моноподы с одной кнопкой управления, это включение и выключение. Они стоят сейчас 1500, а на Озоне видел точно такой же, стоит 2000 рублей. Здесь кнопка включения и выключения и переключение с фронтальной камеры на основную. Переключение удобно, а также есть зум. Зумом, я скажу сразу, пользуюсь Xiaomi 9S, это все лажа. Не позволяет качество зумировать. Там качество уже сразу теряется. Зум как цифровой идет. То есть зум он не нужен. Брал только из-за этого зума. По пользованию. Если при сильной раскачке издает звуки. При беге, допустим, это самое будет записывать звуки. По длине штативчик неплохо. Я с него все лесные проекты. Это вот кедр, когда собираю. Здесь вот магнит тоже удобно. Я с него все лесные проекты снимаю. Это когда по посадке кедра. Я для этого и покупал. Сажаю я один. Снимать меня некому. А теперь начинаем с самого, конечно, неприятного момента. Здесь фиксация тоже очень удобна, но это не тот момент. Теперь смотрим. Первое. При эксплуатации через год потерялась резинка. Потерялась резинка. Стало отклеиваться. Не было у меня под рукой суперклея. И второе, самое неприятное. Через второй год у меня получилась вот такая картина. Здесь как раз нет резиночки. И можно посмотреть. Места просто ослабленные. Вот туда внутрь. Сними вот с этого ракурса. Место просто ослабленное. Вот здесь китайцы, конечно, очень сильно схалтурили. Очень-очень сильно схалтурили. У меня теперь это либо колхозничай своей рукой, а у меня она, как вы видите, одна, то есть надо дорабатывать. Либо делаем вывод, что китайцы косоглазые козлы. Сейчас все, пожалуйста, есть программы, которые все это прощит. Кстати, к слову, вот этот вот шарнир сделан очень хорошо. Ничего не провисает, телефон использовал с тяжелым чехлом, ничего не провисает. Но вот этот вот недостаток все убивает. И именно такой же вот крепеж, вот здесь вот очень хорошо залито, здесь резинка, залито очень хорошо. Я, получается, ставил сюда телефон и все время, вот видите, правым пальцем загонял телефон вот в эту сторону. В следующий раз, конечно, удачнее ставить вот сюда телефон и также правым пальцем вот это место покрепче будет сделано. Здесь хорошо залита резина. К повороту тоже претензий нету, ничего не болтается, ничего, фиксатор. Да, и обратите внимание, вот именно такой же механизм я видел на многих моноподах. К частности, сейчас смотрел на Huawei, он соответствует визуально вот все такому же. Вот за это, конечно, косоглазые получают честную оценку 1. Как всегда, дерьмо косоглазое. Ну что ж, на этом видеообзор закончим. С вами был Сергей, до свидания.